Год без тебя, без талантливой артистки нашей республики, обладательницы российской национальной премии «Золотая маска», без Веры Кузьминой. В театре пустота, как будто чего-то не хватает, так описывают свое состояние после ее ухода деятели культуры. Сердце Веры Кузьминой перестало биться 22 октября прошлого года. В Чувашском государственном академическом драматическом театре имени Иванова прошел вечер памяти народной артистки. На сцене Вера Кузьмина завораживала зрителей своей харизмой и талантом. За годы работы в театре ею созданы более 150 разнообразных ролей в пьесах русской и зарубежной классики, современной драматургии, а также чувашских авторов. Она гордость нашего чувашского народа. Мы это должны знать, работающие сегодня в театре. Потому мы честь ее всегда будем держать на уровне. То, что она сотворила, то, что она сделала для чувашского театра, для чувашского народа, мы должны всегда помнить и передавать новому поколению. Для работников театра Вера Кузьминична была не только коллегой, но и другом и советчиком. Каждый, кто хоть немного был знаком с ней, отмечает, что она была очень доброжелательным человеком. Она и в жизни всегда старалась нам всегда помочь. И словом, и своим примером, своими делами. Сейчас вот год без Веры Кузьминичны, мы очень скучаем. Она всегда вот на вахте иногда выходила из гримерной, сидела и всеми как бы здоровалась, вот как бы положительную энергию нам передавала. Вера Кузьмина принимала активное участие во всех республиканских мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Большую помощь оказывала народным театрам республики, поддерживала молодых артистов. Также старалась обогатить экспонатами музей, который находится в ее родном селе. Очень часто, бывая в деревне, всегда она посещала наш историко-мемориальный народный музей. О ней как раз у нас в музее собран богатый материал. Здесь и витрина оформлена, здесь и разные плакаты, планшеты, фотографии. Ну, как вам сказать, Вера Кузьминична была человеком с большой буквы. Вера Кузьминична обладала уникальным даром перевоплощения, огромным трудолюбием и высоким профессионализмом. Глубокое знание жизни, мудрость помогали актрисе в создании неповторимых образов женщин, которые навсегда вошли в сокровищницу чувашского национального искусства. Все, кто знал ее в жизни и на сцене, называют себя самыми счастливыми людьми. Ведь у них была возможность насладиться талантом Веры Кузьминой, наблюдать этот феномен, слышать и видеть ее и запомнить такой навсегда. Милиана Алексеева, Юлия Адюкова, Бахтияр Вилиев, Республика.